Итак, уважаемые коллеги, начинаем после матча пресс-конференцию. Наставник футбольного клуба «Акрон» Евгений Игоревич Калешин. Евгений Игоревич, ваш комментарий по матчу? Тяжелый матч, но он и должен был быть таким, потому что это кубковая стадия. И перед матчем всегда 50 на 50, неважно из какой-то лиги. Даже клубы премьер-лиги не могут себя чувствовать в безопасности в этих матчах, что уже не раз случалось. Поэтому решающим, я думаю, явилось сегодня наше отношение к игре. Потому что мы скромно себя вели, готовы делать были черновую работу. Много пахали, много бегали и нашли свой момент, который как бы привел к пенальти, мы реализовали. Вот. Я думаю, по итогам двух таймов наша победа не должна вызывать сомнений, наш проход не должен вызывать сомнений. Коллеги, вопросы? Спасибо. Удачи. Спасибо.